Тем временем казахстанские туристы, измученные ожиданиями в Турции, вернулись на родину. Доставку 196 человек взяла на себя авиакомпания «СКАТ», получив письменную гарантию от «Гульнар-Тур» о последующей оплате. Отечественные компании решают проблему казахстанских туристов. Сегодня утром из Бодрума были доставлены около 200 человек, которые застряли в зарубежном аэропорту по вине Гульнар-Тур. Сейчас решается вопрос доставки этих туристов в другие регионы нашей страны. Между тем, по инициативе правительства, за другими нашими соотечественниками, попавшими в такую же ситуацию, в ближайшее время в Турцию отправятся еще несколько самолетов местных авиалиний.